сражаться нету больше сил. Сидя на катамаране старом, что на берег списан, наблюдая, как лучи в воде тонут искрами, потому что вместо волн на берег льды валят, а я забыл, что море остывает. Рядом бесконечное множество дорог проложенных, выбирай, не хочу, вот и не хочет, похоже, и все советы и слились неразборчивый гул. Впереди сияли лучики, согнутые в дугу, и вдоль того пути критики цепочкой в ряд стоят, но нет времени акцент ставить на препятствия. Но бежала туда, падая, вскакивала, плевав на правила и тем, кто им потакивал. А моя олимпийка, ну прям ренегат, дневник уметная такая, ведь она велика. В этом какой-то свой кайф, что-то еле уловимое, но по яркости картинки в сторонке курят фильмы. К тому же сыро и ароматы далеки от Франции, утечка газа, есть опасность взорваться, и ты стоишь в руинах, не понимая, что произошло. На трубе висит батарея, ветер крепит шторы, и на все это смотришь, охуевая тихо, но помощи не жди. Там свои проблемы в других квартирах, и только вдалеке телефон звенит. Это смс-ка моя с текстом, извини. Да ладно, я гоню, ты чё, какое ограбление? Они максимум реда считаются, пачки пельменей. Я здесь абсолютно спокойно жду свою экс, когда ее дружок привезет на своем DualSense. Она правда бросила меня уже как год, сука, и вот я решил убить ее и его. Против моей воли сделала меня свободным, я страдал, наматывал сопли на локти, и как положено друзьям, а тебе всю плешь проел, но все ж устал и пустился в темы грешные. А теперь этот бедовый движ набирает темп, я ощутил прелесть рассветов в РУВД, и хоть идет все кувырком, тебе спасибо, правда, ведь без свободы этой негритянку я б не трахнул. У машины снять колеса, она не поедет. Самолету срезать крылья, то он не полетит. Карлсон, обычный карлик, если снят пропеллер. Когда нет оружия, то тир уже не тир. Колонки без динамиков не издадут ни звука. Жди новых релизов, мы с группой готовим подгон. Уже есть эскизы, отвечаю, будет огонь. Но аж КРБ на этом треке подошел к концу. Качай, лайкай, репости, плюсуй.